5 марта в Казани Общественная палата Республики Татарстан и Казанский федеральный университет при содействии Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан провели встречу представителей республиканских штабов кандидатов в президенты, представителей региональных политических партий и политологов. Участники обсудили нововведения, упрощение процесса голосования по месту фактического нахождения, также техническое нововведение, направленное на повышение прозрачности подведения итогов, применение комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут применены в республике. Впервые. Чем больше будет автоматизированных средств подсчета голосов, тем меньше будет вообще сказать, что вот кто-то там что-то подтасовал. Главным гостем встречи стал российский актер театра и кино Михаил Пореченков, который является доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. Леонид Толчинский задал вопрос Михаилу Пореченкову о том, как выборы изменились с 90-х годов. Выборы просто превратились в достаточно серьезную масштабную кампанию по сравнению с 90-ми годами. В 90-х годах, как я помню, ребята, все решат за нас, пожалуйста, никто за нас ничего не решит. Мы сами выбираем свою судьбу. Пожалуйста, максимальный контроль, максимальное освещение, полная прозрачность того, что происходит. Диана Шайхетдинова, Владимир Нелюбин, Универньюз.